Всем привет, на связи Вячеслав Опилкин. Он сегодня пришел опять на пункт получения Wildberries. Мне прислали книжечки от живой очереди, уже третий набор. Вот, и в этот раз я получил вот такие вот книжечки. Путь к финансовой свободе и подсознание может все. Спасибо большое за такие прикольные подарочки, которые отправляет нам проект «Живая очередь». Буду в дальнейшем также участвовать в розыгрышах и получать вот такие классные призы и подарки. Все, всем пока!